Бой затих у взорванного моста, ГСН растаял в мгле. Зампады нетерпящие удобства умирают на чужой земле. Жаркая, нерусская погода остывает на его губах. Звезды неродного небосвода угасают в голубых глазах. Умирает он, не веря в сказки, жар в руках разбитый пулемет. И к нему в набедренной повязке вражеский наемник подойдет. Подойдет, посмотрит, удивится, скинет пистолет, прищурит глаз. Скажет, много резал бледнолицей, русских буду резать в первый раз. А в России расцвела гречиха, там не бродит дикий папуас. Есть в России город Балашиха, есть там ресторанчик «Бычий глаз». По субботам и по воскресеньям люди в ресторан идут гурьбой. Среди них идут, держа равненья, парни с удивительной судьбой. Узнают их по короткой стрижке, по беретам типа балахон. Их в округе местные мальчишки называют дяденька шпион. Если где-то гром далекий грянет, в неизвестность улетят они. Пусть им вечным памятником станет проходная возле дорни. Если где-то гром далекий грянет, в неизвестность улетят они. Пусть им вечным памятником станет проходная возле дорни. Дорнии, это рядом с ним находится объект, находился 101-й диверсионной разведшколы, где учился Зоик Смодемьянский, итальянские товарищи, передавал Илья Сталинов, враг номер один у Гитлера.